Мы сейчас работаем над генпланом округа. Каждый генплан отражает философию развития города. Наша команда хочет выйти на обсуждение генплана со следующей философией. Красногорск – не место для вредного производства. Это комфортный город с разветвленной социально-экономической системой. Довольно большое количество музеев. У нас особенная земля. В Ильинском расположен ряд знаковых объектов, которые имеют отношение к царской семье и к великим сынам России. Усадьба Архангельская уникальна. В Красногорске Знаменская, Губайлова, другие объекты. Мы хотим, чтобы любой человек, услышав про Красногорск, сразу вспоминал – это музеи, парки, усадьбы, медицинские и спортивные центры, красивая природа. Чтобы в Красногорске хотелось жить, работать, отдыхать, лечиться, заниматься спортом, получать современное, высокотехнологичное лечение.